Всем доброго времени суток. Мерекина Наталья, продюсерский центр Альфа и Омега, представляет вам гороскоп на 26 февраля 2018 года. Середина дня, начало 12-го лунного дня. Луна в Раке. Сегодня день благоприятный во всех отношениях. На работе все складывается наилучшим образом. Родственники радуют. Вот только новые дела начинать не стоит. Зато можно заводить знакомства. Сегодня есть шанс встретить настоящую любовь. Вы можете испытывать слишком сильные эмоции, и не стоит доводить себя до истерики или нервного срыва. Отвлекитесь на общественные дела или проведите время с друзьями. Начатое сегодня дело сулит успех, поэтому любые планы надо доводить до конца. Сегодня могут быть выгодные сделки, не стоит складывать вещи на хранение, стричь или окрашивать волосы. Стоит сегодня следить за своей речью и не допускать легкомысленных высказываний. Лечение зубов, артрита, операции, процедуры на ногах, но нельзя делать операции на органах брюшной полости и груди. Сегодня день благоприятен для скорпионов, стрельцов и рыб. Для остальных этот день нейтральный.